Итак, все мы помним, как приходилось перемалывать вручную мясо, овощи. Но сейчас вы узнаете, как правильно выбрать мясорубку, чтобы она была надежной и при этом не переплатить. На что стоит обратить внимание при выборе? Сегодня мы представляем впервые на телеканале Shop & Show надежную, мощную мясорубку Energy от российского бренда. Это оптимальный выбор для каждой хозяйки. Ну и ответит на все вопросы, расскажет про нашу мясорубку наш бренд-шеф-повар со стажем более 20 лет Александр Новиковский. Саша? Ну, в принципе, мы вместе с вами сейчас проведем разные испытания этой мясорубки, чтобы доказать, что она достойна вашего внимания. Начнем с того, что она абсолютно не громкая, не шумная, что соседи не будут знать, что мы сегодня на ужин готовим котлеты или ля-кебаб. Более того, она абсолютно компактная, но очень мощная. 1,5 кВт мощности и острые ножи из нержавейки стали легко справляется с любой задачей. Пусть это будет жилистое мясо или, например, может быть, какие-то овощи волокнистые. Потому что именно ножи, которые сделаны из нержавеющей стали, они с идеальной остротой. Но есть еще один момент, которым я хотел бы поделиться. Дело в том, что здесь ножи самозатачиваются. Мы обязательно это покажем. Итак, вот смотрите, у нас прошла примерно минута, да? А уже я вижу, что... Все, я уже на 7 котлеты могу сделать. Ну а почему нет? А главное, посмотри, за так, минуту, сколько? В принципе, за минуту килограмм, 1,5 кг и да. Готово. Вау, друзья, как, посмотрите, собственный фарш, это не из магазина купленный, непонятно что в составе, да? Посмотрите, как легко и быстро Александр справился с этой задачей. У нас цена только сегодня 2999 рублей. От бренда Energy у нас огромные, прекрасные, отличные отзывы всегда. Более 25 тысяч покупателей доверяют этому бренду. И сегодня, как никогда, вы можете выбрать для себя легкого помощника на вашу Готово. Кухню. Мясорубка Energy. Так, Слушай, смотрите. Чуть больше минуты прошло. Так. Чуть больше минуты прошло. Итак, давай подумаем, что мы что? Получаем. Что у нас получает наш Давай тогда посмотрим. Посмотри, мы получаем прекрасный вместительный лоток из материала, который не ржавеет, не окисляется, потому что это пищевой пластик. Более того, мы получаем основу, выполненную из нержавеющей стали, которая не ржавеет, не окисляется. Мы получаем в комплекте саму мясорубку, посмотрите, которая абсолютно легкая. Алексей Лапшин тоже, по-моему, заметил, да, что она абсолютно мобильная и место занимает как 2 тома «Война и мир». Более того, хочется сказать, в комплекте есть 2 диска, вот вы их видите сейчас перед собой. Так. Диск с зазорами 5 и 7 миллиметров с отверстиями, которые присутствуют внутри. И, конечно же, сам плодотолкатель, плодопроталкиватель, он тоже идет в комплекте. Ну, мясорубка куда без нее. И это еще не все. Посмотрите, кнопочка на заднем фоне. Вот мы только что видели кнопочку, где вкл и выкл. Ну и плюс еще реверс. Так. Реверс это вдруг, если у вас все-таки намотали жилы, такое бывает, но редко. С этой вообще мясорубкой у меня ни разу не случалось. То вы не обязательно мясорубку разбирать. Вам достаточно нажать реверс, чтобы шнек размотался и снова все это перемотал и перерубил. Ход, правильно? Обратный ход. И Итак. Это еще не все. Это бренд Energy. Это российский бренд. Это бренд, который уже более 10 лет на рынке. Молодой бренд, но при этом активно развивающийся. И он уже стал успешным и известным во всем мире. Благодаря своей технике, не только для кухни, но и для быта в том числе. На всю свою технику он дает гарантию абсолютно, Олечка, вот сейчас это очень важно, абсолютно бесплатную 12 месяцев гарантии. Хотя я думаю, что здесь может сломаться? Здесь все сделано добросовестно, надежно, чего стоят диски или нож из нержавеющей стали. Ну, да, это я люблю бренд Energy, потому что цена-качество здесь оптимально для всех хозяек. Цена только сегодня 2999 рублей зафиксирована. Все, что вам нужно, позвонить по номеру телефона на ваших экранах, вот увидите сейчас в левом углу. Заплатить картой сразу, если есть такая возможность, и доставка вам будет 0 рублей. Сразу получаете вот такую замечательную легкую управление мясорубкой. Ну, смотрите, так, как я... Вот, да, я хочу сразу сказать, потому что мы используем фарш домашний всегда. Домашний, абсолютно. Я люблю лучше, готовить... Чем покупной. Да, конечно, полезнее. Какие еще плюсы? Мы же не знаем, что в котлеты, которые мы покупаем, что туда воткнули. Может, там просто жилы, которые покрыли нитринами, которые приняли цвет мяса. На самом деле, там мяса-то и нет. Вы едите жилы, представляете? Просто перерубленные жилы, которые, кстати, могут навредить. Особенно мужчинам не рекомендуется такие котлеты есть. Более того, вы видели, как быстро она делает фарш? Пока вы побежите в супермаркет за пару котлетами, эти пару котлет вы можете сделать с помощью этой мясорубки. Зато из того мяса, которому
доверяете. Я не специально выбрал разные виды мяса. Вот сейчас мы видим вид мяса. Это как раз-таки салистая, жирная свинина. Да, вот, то есть это показало, что у нас ножи не засалились. Они справились и с жилами, и с вот этими вот прожилками. Так. Ну, а теперь я выбрал, видите, темного цвета старую говядину. Так. Я специально выбирал для эксперимента, насколько это все справится. Для фарша это обычно третий сорт. Третий сорт мяса, который очень жесткий и твердый. Железо, поэтому, да-да-да, посмотри, какие жилы здесь присутствуют. Вот они, те самые жилы. И сейчас посмотрим, насколько справится. Представляете, вручную. Вот вспомните, да, зовем папа, дедушка, всех мужчин зовем, чуть ли не соседей, чтобы они все помогли. Я сначала прикрепить нужно еще к столу было. Вот так. И стол испортился. Ну что, поехали? Смотрите, мы просто нажимаем кнопку «он», «включить». Опять нам не надо эту кнопку держать. Мы просто нажимаем, и она начинает работать. Ну а дальше любуемся результатом, который получается с помощью мясорубки. Мне особо даже проталкивать не приходится, потому что она как будто бы проглатывает каждый кусочек мяса сама. Слушай, какой все-таки вместительный лоток. Да, за счет того, что у тебя есть проталкиватель, это абсолютно безопасно. Твои пальцы, если ты даже захочешь, несмотря на то, что они у тебя очень длинные, они не дотянутся до ножей, которые находятся внизу, до шнека, который проглатывает наш фарш. Слушай, сколько здесь объем мяса? Ты посмотри, какая красота. Да. Ну, больше килограмма. Вот так. Больше килограмма вместительность. Представляете? Опять же, вы посчитайте. Это и экономия, и это здоровое питание. Ну, я уже вижу свои люля-кебаб. Слушайте, две насадки 5 и 7 миллиметров. То есть выбирайте. Вот у нас сейчас две разные, по-моему, да? Здесь 7 миллиметров сейчас вы видите насадку. 2999 рублей цена только сегодня. Оплачивая карта, у вас 0 рублей доставка. И если это ваше первое знакомство с телеканалом Шопеншоу, вот так сейчас листали и включили, увидели телеканал, вы закажите мясорубку прямо сейчас. Спросите у оператора все акции, все возможности для вас. И у нас есть отзывы. Галина Дмитриевна из Саранска. Компактно и удобное в использовании. Килограмм мяса обрабатывает меньше, чем за минуту. Есть ручка для переноски. Спасибо огромное за отзыв. Вот о чем мы и говорим. Александр Новиковский заметил. Видите, я говорю, буквально минута, а у нас уже полная миска. То есть на всю семью уже прекрасный здоровый фарш. Действительно домашний. Ну вот и давайте поговорим теперь. Функция реверс, не все знают, да, для чего. Ну, пару слов. Ну, смотри, если раньше, например, вот смотри, какое мясо. Вот такое зажилистое мясо, если даже слишком жилистое. Если мясорубка не справляется и накрутились жилы, то вас обычной мясорубкой пришлось бы это все бы разбирать. То в нашем случае вы нажимаете реверс, и шнек начинает крутиться в обратную сторону. Разматывайте самые жилы, которые намотали. И повторно все это как раз-таки у нас перекрутится. А? Ну, посмотрите, какой фарш. Мясорубка Energy от российского производителя по цене 2999 рублей. Незаменимый помощник на вашей кухне.